Сейчас посмотрим воду. Смотрите, какой песочек. Вот такой песочек у нас белый. Сейчас попробуем воду. Ну, я уже вижу, если шторм был. У нас обычно тихо, ну, то есть как-то не штормят здесь, не штормит здесь море очень сильно. Может быть, потому что как-то вот песок и препятствий нет, камней, чтобы разбивались о камни, чтобы вода разбивалась о камни, как-то так вот во Флориде. Не такие шторма, например, как я видела в Сочи или в Крыму, к примеру. Вот. Где я еще была на пляжах? Я была на пляже в Мексике, в Гондурасе, Коста-Рики и в Гаити была на пляже. Не везде купалась, но в половине этих пляжей я купалась, в половине стран я купалась. Флорида похожа, но там немножко все по-другому, поскольку страны дикие, у них все дикое. Ой, холодная вода, слушайте. Вступила в холодную воду, ой, какая вода. Конечно, что они купаются. Ой, холодная, слушайте. Нет, да ты чё? Да что вы, да не полезу я. Вон дядька. Трусы семейные замочил внизу, а вверху боится. В районе пояса боится. Ой, какая холодная вода. Ой, 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 господи, да невозможно. Слушайте, невозможно. Нет, нет, очень холодная. Ты смотри. Ну, шторм был, понятно. Да еще в ноябрь месяц. Сегодня же 12 число, да? 12 ноября, повторяю вам. Конечно. Но бывают у нас жаркие дни в ноябре, в январе, в феврале бывают. В феврале вообще как-то получше. В январе хуже. Декабрь, январь похуже месяц. Для купания имеется в виду. Но на воздухе жара 25 на воздухе. Слушайте, постояла уже так и ничего. Ой, ой, на коленке холодная вода. Ой. И песок со дна подняло, рыжая такая. Детям все равно, дети не боятся, любую воду прыгают. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ой, нет. Ладно, полежу маленько, может потом приду, двумя руками немножко на себя полью. Все, значит, показала я вам пляж в ноябре. У меня прошлогодние видики есть, там очень много с этого зимних пляжей, пляжов. Я, в принципе, купаюсь и зимой, и в январе, но просто дни выбираю. Ну, может быть, в январе там раза два искупаюсь за месяц. Вот, это я просто не была. В октябре было тепло, и в начале ноября было тепло. Но сейчас будут какие-то дни. Все-таки погода выдается хорошая здесь. Это просто день такой, что воздух жаркий. Но воздух жар, может, завтра, послезавтра будет, если такая жара будет стоять. Плюс 25 воздуха, конечно, вода прогреется. Вот. Квартира вот эта вот, все вот там вот, видите? Квартиры. Я когда только приехала, и с хазбандом ездили во Флориду вот так вот отдыхать. И, ну, делать же нечего на пляже, да, стоишь. Вот, и я помню, что он все время стоит, смотрит на все дома вот эти, ну, которые на пляже смотрят на воду. А там бывают же строения такие большие, по 25 этажей, красивые. Смотрит, смотрит, потом говорит, ой, ну вот в том доме вот столько-то будет стоить, вот в том доме столько-то. Ой, а в том какая дорога, представляешь, вот никогда не купить вот такую вот, значит, квартиру с видом на море, миллион стоит, доллара, вот так вот. А я сама все время думала, думаю, господи, что он там вот это считает? Дом свой есть, шикарный, замечательный дом, он еще мечтает о чем-то еще, знаете, вот. А теперь сама как-то присматриваюсь, не то чтобы купить, но просто как-то в голове крутится, вот сколько бы это стоило. Не знаю даже почему. Такие вот меркантильные такие у человека, низменные такие интересы. Когда он что-то достигает, вот ему начинает мечтать о чем-то другом. А с другой стороны, ну будешь ты жить с видом
на воду, да, вот в том доме, вот в красивом. Ну и днем, и ночью все время видно воду. А ночью, кстати, темно. Здесь ни одного фонаря нет на пляже, на воде ничего нет. А там, где люди купаются, у нас по всем вот этим пляжам, что тянется полоса здесь, да, вот она же тянется туда, далеко-далеко. Этот пляжи эти песчаные, и туда, на десятки километров. Прерываются они только мостами. Ну, то есть речка впадает в море, и мост прерывает твой путь. А если ты вот так разгонишься, ты можешь идти, я не знаю, 20 километров, и не будет никакого перерыва. Ну вот, солнце зашло. Нате вам. Вот, и это самое. И про что я говорила? Да, ну что нет уж здесь, ну вон кораблик, правда, пошел, говорю, нет кораблей, вон там, если видно, пошел какой-то кораблик вдалеке, откуда-то выплыл, но это бывает очень редко, здесь не портовая территория, там, где купаются люди, вообще порты в Америке расположены как-то иначе. У нас, я помню, в Сочи вышел, тут тебе порт, смотришь налево, люди лежат, смотришь направо, люди лежат. Ну, не прямо около порта, там, конечно, не опасно, ну, то есть огорожено, но, во всяком случае, недалеко, нет. Ну, может, там, я не знаю, полкилометра и все. А здесь вообще они огорожены, как-то их просто нет, они здесь заблокированы. В них только можно въехать, их не посмотришь, порты со стороны, с берега, да, вот так вот посмотреть на порт, ну, сбоку нет. Только заехав в этот, со стороны города, и то это вот они такие редкие, их немного. Я имею в виду те корабли, которые выплывают, пассажирские корабли, ну, куда-то круизные в основном у нас. Хотя есть пассажирские судна в этот, но они же, наверное, круизные, одно и то же. В Европу плавают, да? Плывет долго, 10 дней, по-моему, плывет. Раньше плыл вообще месяц. У меня хазбанд плавал, сказал, что ему было тогда лет 20, по-моему, и он плыл месяц. Это самое, вот давно-давно были такие маршруты, как, ну, так долго сюда, пассажирский корабль. Я говорю, какое, мне нравилось, говорит, хорошо, корабль большой, людей много. Куда уж плавал, не помню, куда-то. Ну, в Европу, куда-то, не знаю, куда-то он плыл с родителями. Вот, рассказал, что месяц на воде болтаться, ужас, да? Все, ну ладно, значит, сейчас падаю я и начинаю свой мацион загорания. Сгорать не придется, потому что я смотрю, солнышко выходит и заходит. Вот. Не как себе кресло. Кресло у нас есть, вот эти. Но вот я хочу совсем другое, современное, такое удобное, с дыркой для этого, для напитка. Я обязательно куплю. Надо в Walmart'е посмотреть. Подождите, я вас возьму туда кресло выбирать. В Walmart'е есть. А где еще есть? А, есть в этом. О, точно, я куплю в этом. Surfing Style. У нас есть магазин, точно, надо бы вас туда сводить. Интересный магазин такой, там все есть, начиная от купальников, заканчивая всякими зонтиками, все там интересно. И Surfing Style, да, и это сеть магазинов по Америке. И у меня есть, а чего я туда пойду, у меня есть карточка, я даже помню сумму, $35. Вот, пойду куплю два кресла хороших для хазбанда и для себя, добавлю еще денег. Надо будет его спровоцировать, с ним легче выбирать, потому что он хоть, ну, там понимает больше, чем я, во всяком случае, в этом деле. Вот, будет там он раскладывать, складывать, его смотреть. Ладно, все, до свидания, счастливо, это было 12 ноября, и вещала из Флориды, до свидания, приезжайте во Флориду отдыхать, и зимой, и летом, все у нас красиво, хорошо. Людей у нас прибавляется и прибавляется с октября по апрель, у нас больше людей, чем летом, считается у нас сезон с октября по апрель. Вот, у всех людей наоборот, летний, да, а во Флориде, как не у людей, с октября по апрель сезон. Все, пока. Гляньте, подождите, что она вот эти, как у них простелочка пластиковая, да? У меня есть такая бамбуковая, которая в рулон закручивается, это самое. Но они ничего не дают. Единственное, может, с нее... Ой, какой у них язык, подожди, на каком они говорят? Не слышу. Как-то вроде не английский. Это пластиковая такая у них простелочка. Это может не... Ой, на пластике лежать... А, нет, полотенце все-таки сверху, видите? А тогда какой смысл простелочки, если полотенце класть? У нас есть бамбуковая такая, которая в рулоне скручивается. Ну, тоже вот на ней же тонкий такой бамбук. Легонькая она такая. Но тростниковая такая, не бамбуковая, а тростниковая. Но на ней же не это, все равно они мастят эти полотенца, да? А что хорошего? Не знаю, на нем наоборот будет жарче, на этом пластике. Ну все, пока, счастливо.
покажу вам с моей стороны, как вижу все. Я вокруг. Вот тракторок не успокаивается, так и ездит тут, так и шумит, причесывает. Так, еще что мне здесь не нравится, говорю, вот этим. Ой, это у меня такая накидочка. Подождите. Я же хочу показать, как я все вижу. Еще вот эти вот начали то здесь играть. Это пара молодая, стукаться в эти пинг-понг. Так, что еще здесь мне не нравится? Солнце. Ой, солнце заходит, тоже не нравится. Ну а так, в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо. В воду я зашла и быстро выскочила. Красиво все. Может, позже будет нормально. Сейчас, наверное, где-то около 12. У нас как-то вот 4 часа дня все будет хорошо. То есть будет очень тепло. Вот такой песочек здесь. Народ такой ходит. Хазбанду сейчас позвонила. Я говорю, ты знаешь, я вот обнаружила пляж, вот там и мы не были. Он говорит, да я там был, я знаю, все знает. Я говорю, там вот там въезд, вот там, может, парковка какая-то есть. Сказала, я там был. Удивить не приходится. Так. Птичек что-то нету. Обычно это у меня нет целлофанового кулька. Если немножко пошуршишь кульком, что-то такое развязываешь, все, они уже здесь, независимо от того, есть там у тебя еда или нет, они на шорох, вон они стоят около мусорки, они на шорох этого кулька всегда прибегают. Так, а эти все никак не наиграются, они в принципе мне не мешают, но все равно тукают ракетками. Я бы хотела так это поспать, даже музыка играет, мешает тоже. В баре далеко.